Скоро пройтись можно будет не только по новому парку, но и по новому тротуару в районе Южного перехода. Сейчас полным ходом идет ремонт полотна длиной 1,5 километра. К работам приступили 2 недели назад. Когда они завершатся, узнавала наша съемочная группа. По улице Грязнова в районе Южного перехода кипит работа. На данном участке дороги ремонтируют тротуар. Технология у нас на этот год она стандартная везде. У нас подстилающий слой, скальный грунт, щебеночное основание, дальше розлив битума и асфальтовое покрытие. Бордюры устанавливаются дорожные, марки 130 на 15. То есть поребрики мы не используем, они более прочные и как более эстетично смотрятся. Протяженность тротуара 1,5 километра, не считая сам мост. Пройти по обновленной пешеходной дорожке горожане смогут уже в конце октября. Будет он отремонтирован не только для беспрепятственного прохода жителей, но и для удобного прохождения велосипедистов по этому тротуару. Это люди, кто работает на градообразующем предприятии, и вообще наши жители города. Справа на левый берег будет удобнее проезжать. Работы на данном тротуаре выполняют в рамках муниципального контракта. С начала июня и до начала ноября в городе планируют отремонтировать 67 пешеходных дорожек. В следующем году работы по обновлению тротуаров продолжат. Ремонтировать будут участки по списку. Его предоставляют районной администрации, исходя из пожеланий жителей. Ольга Аникина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИ.